сейчас на ваших глазах я совершу подвиг. Это рискованно, опасно, но я это сделаю. Итак, мне 40 лет. И вы знаете, я сейчас 40 раз счастливее, чем 18. Вот, девчонки, поднимите руку, кому уже 40. Ну поднимите, не стесняйтесь. Не надо стесняться. Молодцы, смелые. Операторы, снимите их крупным планом. А что руки поопускали, девчонки? Не надо стесняться, надо гордиться. Мне кажется, у нас общество помешалось на молодости. Вся эта истерика нагнетается глянцевыми журналами. Ну, читали, да? В 30 лет у женщины появляются первые морщины. Вранье. В 30 лет у женщины появляются первые мозги. А к 40! К 40 женщина и мозги, будучи уже 10 лет знакомы, начинают работать в паре. Девчонки начинают омолаживаться уже со школы. В 18 лет она чуть-чуть увеличила губы. В 19 еще увеличила губы. В 25, чтобы грудь была хоть немного больше, чем губы, увеличила грудь. Потом еще губы, еще грудь. Губы, грудь, губы, грудь. В итоге к 40 у нее губы лежат на груди, грудь на коленях. А журналы все пугают. В 40 зона декольте уже не выглядит безупречно. Зато я знаю 8 рецептов беляшей. И поверь, 40 лет это важнее. Потому что когда у тебя муж придет с работы, он не будет смотреть на твою зону декольте. Он будет рассматривать зону холодильника, зону плиты. Потом он завалится на зону дивана, поставит пиво на свою зону декольте и будет смотреть футбол. И только если наши выиграют, он, может быть, на радостях вспомнит про твою зону декольте. Зная, как наши играют, забудь про зону декольте. 40 лет, ты уже можешь все. Я могу сама заменить колесо на машине и не беспокоить своего мужчину по таким мелочам. Я даже могу заменить мужчину и не беспокоить своего мужа по таким мелочам. Нет, конечно, с возрастом кое-что меняется. В 18 лет у тебя все впереди. В 40 у тебя все впереди, сбоку, сзади. Ты думаешь, как это сбросить? Или, девчонки, вот такая есть фишка. 40 лет, если не накрасишься, к тебе все подходят и говорят: что случилось? Заболела, на тебе лица нет. И ты говоришь: спокойно, дайте косметичку, сейчас лицо будет. Сейчас скажу самое страшное, что бывает в 40 лет. Это весна. Потому что каждую весну вылезают они. Молодые девчонки в мини-юбках. И ты думаешь, когда они успевают вырастать? Вот соседская девочка, вот она сидела в коляске, вот вчера, бах, уже идет. Здравствуйте, Наташа. Нам задали реферат про революцию. Не поможете, вы же все видели. Между прочим, мы 40-летние, да мы точно так же, как 18-летние, ходим по ночным клубам и так же круто танцуем. Видал, как меня колбасит? 18-летние думают, что мы 40-летние, им завидуем и мечтаем выглядеть, как 18 лет. Вот я в 18, вот я в 40. Как вы думаете, мечтаю я
выглядеть на 18. Сейчас скажу способ, девчонки, вот всем пригодится, как избавиться от комплексов. Попробуйте в незнакомой компании, когда вас спросят, сколько вам лет, приврать не в ту, а в другую сторону. Допустим, вам 40, а вы скажете, мне 57. И масса восторга в завистливых взглядах. 40 лет уже понимаешь, что мужчины не такие сильные. Что самое умное, что женщина может сказать мужчине, это промолчать. Даже если у него что-то случилось, какие-то проблемы, не надо ничего говорить, объяснять, спасать, анализировать. Просто уткнись в него нежно, обними. И помолчи, и он обязательно воспрянет. Главное в этот момент быть голой и в кружевных чулках. И еще, сколько бы женщине не было лет, если ей надо, она еще станцует.